Укрепить взаимоотношения между США и Китаем намерен американский вице-президент Джозеф Байден, прибывший с визитом в Пекин. Вопросы торгово-экономического сотрудничества и международные проблемы он будет обсуждать со всей китайской верхушкой. Председателем Ху Цзиньтао, главой правительства Венем Дзябао, но особенное внимание американская пресса уделяет встречам с визави Байдена, заместителем председателя КНР Си Цзиньпинем. По мнению зарубежных аналитиков, именно он в ближайший год или два сменит Ху Цзиньтао на посту главы государства. Во взаимоотношениях между двумя странами сейчас непростой период, главным образом из-за долгового кризиса в США. Пекин является крупнейшим кредитором Вашингтона. Китай владеет американскими облигациями на сумму более чем на триллион долларов. В китайском Центробанке не раз призывали американских коллег предпринять самые ответственные меры для урегулирования кризиса. Очевидно, что Байден в первую очередь постарается убедить китайское руководство в том, что США способны справиться с происходящим.